Подлинную работу русского живописца Федора Моллера «Поцелуй» копировали не единожды. Оригинал, обрамленный в изящную старинную раму и написанный в 18 веке в Италии, сегодня находится в музее «Спасенные художественные ценности». Раритет – одно из 30 оригинальных произведений русских художников 18-19 веков, когда-то вдохновившихся образами Италии. Именно в Италию устремлялись художники для совершенствования своего мастерства, потому что только под жарким итальянским солнцем во всей своей силе в полноте начинают играть краски, проявляется все богатство их оттенков, полутонов, переходов красочных. Атмосфера, воздух, свет становятся почти осязаемыми. У художников словно спадала с глаз пелена. Они начинали видеть это живописное богатство природы так, как не могли его увидеть на своем далеком севере. А Россия его все-таки относится к северным странам. На стенах живопись, выполненная в итальянском жанре. Он был не признан в советское время. Сегодня дает вдохновение глазу. Художники передают присущие итальянцам умение наслаждаться каждым мгновением жизни, дают возможность зрителю восхищаться великолепием пейзажей и архитектурных сооружений и, конечно же, красотой итальянских женщин. Был критический реализм, да, живопись, которая поднимала какие-то социальные проблемы, проблемы бедняков. И все, что было сделано, ну, очень красиво, но было призвано для развлечения публики в целом, то, что мы вам и привезли, на это было поставлено определенное клеймо. И в советское время эти вещи иногда из запасников даже не выходили. Итальянский жанр восполняет вот недостаток этого счастья, который есть. Ну, особенно для тех, кто там не ездил куда-то или еще что-то. Очень интересная выставка на самом деле. Кроме живописи презентована видовая графика. Картины, представленные из фондов Национального художественного музея Беларуси и Брестского областного краеведческого музея. К слову, это не первый совместный проект. Выставка будет работать по 2 сентября.